Нашли ледовый дворец? Давайте пойдемте в той стороне посмотрим. Сказали прямо идите. Нам всем говорили, что люди запутались. Они не могут понять, им в городскую идти администрацию или в районную. Так будет легче. Я могу сказать, что людям, может быть, стало легче и понятнее, но здесь запуталась уже районная администрация, которая не понимает, как одновременно можно исполнять полномочия по двум спискам 131 закона. Городские полномочия и районные полномочия. Я думаю, я сельский депутат сельского поселения Кривцовское, и вот у нас бюджет всего 70 миллионов составляет. А в городе Химки только на Новый год в том году потратили два бюджета наших поселения, 130 миллионов. А губернатор говорит, что мы деньги на ветер сорим. Еще непонятно, где деньги на ветер. То ли в городских поселениях, то ли в сельских. Необходимо всем объединиться, депутатам, и дать отпор уничтожению местного самоуправления в Московской области. Я тоже подготовил тут пламенную речь, какие они все сволочи. А потом подумал, а мы какие? Кто мы прежде всего? Посему я предлагаю следующее. Не рассуждать, какие они сволочи, а прежде всего понять и подумать и решить, что можем мы делать. А мы можем много. Сегодня даже собралось, я гляжу, достаточное количество людей, чтобы что-то начать делать. Это уже плюс. Если каждый еще, так скажем, немножко потрясет своих соседей, знакомых, друзей и прочее, то реально отстоять местное самоуправление в своих поселениях. Большое спасибо, что собрались, большое спасибо, что поддержали. У всех одни и те же проблемы, и у всех есть гражданская позиция и совесть. Самое главное, совесть у человека должна быть. Я приехала сюда из-за того, что если бы не приехала, просто не смогла бы глядеть в глаза своим избирателям. Да как же так, сдать просто так мандат? То я сюда приехала от имени всех моих 287 избирателей. Сказать, что да, мы против того, чтобы быть городским округом. Мы хотим оставаться хозяевами своего бюджета, планировать, построить ли нам новую дорогу, сделать ли нам станцию обезжелезивания за счет своего бюджета. У нас очень много проблем. И только-только начали эти проблемы решаться, потому что два года, вот как мы проработали с 2014 года, и так приятно, когда идешь по поселку, и народ говорит: ой, а ведь стали делать дороги, стали делать освещение, ведь чувствуется, что вот что-то сдвинулось с мертвой точки, что деньги-то вот они ведь, оказывается, тратятся для людей. А теперь что? Все отдать и действительно с протянутой рукой ходить за своим. Не зря народ сюда приехал, это только начало. Мы здесь узнали, что какие-то районы, допустим, Одинцовский, отстояли свою самостоятельность. Еще в 2007 году хотели сделать городской округ. Но все-таки район выстоял и остались сельские поселения. Раз такой пример уже был, а почему бы нам, Истринскому району, не побороться за свою самостоятельность? Верю. Все.